В одной из столовых в селе Октябрьское, возможно, придут с проверкой сотрудники санэпидемстанции. Поводом для визита стали кадры, сделанные посетителями. На полу кафе они увидели мышь. Теперь южноуральцы задаются вопросом, в каких условиях тут готовят еду и есть ли антисанитария. Куда-то торопилась мышь и не добежала. Мы сказали про мышь, сейчас будут убирать мышь. Когда посетители обратились к сотрудникам с претензией, те заявили, что просто не успели убрать. Впрочем, после такого сюрприза кушать в этом заведении люди отказались.